Давайте посмотрим на брюки. Тот же велюр. Раз. Те же стразы, которые оформляют красиво наш карман. Посмотрите, бегунок украшен тоже стразами. И это отличительная карточка нашего костюма, наших брюк «Черная пантера». Велюровое трикотажное полотно, из которого раньше шили вечерние платья. Сегодня из них сшит наш люксовый, шикарный костюм. Далее давайте посмотрим. Здесь в качестве лампасов неожиданно выступает кружево и элегантный гипюр, который у нас повторяется по дизайну на куртке. Таким образом, наши брюки полностью, целиком полностью соответствуют дизайну куртки «Черная пантера». Размерный ряд от 46 до 60. Надя, вот хочу тебе вопрос задать. Все-таки велюровое трикотажное полотно, оно, по идее, должно объем добавлять. Ведь смотри, вот такая бархатистая основа. Но скажи, пожалуйста, почему наша модель, она стройна? Какой у нее размер? Потому что если ты посмотришь на велюр, Оленька, ты поймешь, что он поглощает цвет. Он выглядит глубоким черным. Чем темнее черный, тем более стройнящий силуэт он нам дарит. Вот в чем оптический обман за счет цвета, но еще и, конечно же, сама конфигурация. Мы видим, что Оленька у нас девушка с формами, да и модели у нас не 40-го размера, но при всем при этом они выглядят очень изящно. Итак, выглядите изящно, выглядите великолепно, пусть все штабелями складываются у ваших ног. Это целый костюм, который я лично рекомендую вам брать всецело. И куртку, и брюки заказывая сегодня вместе, вы экономите, ведь целый костюм, который в магазине стоит от 10 тысяч рублей, посмотрите, как он переливается. Каждая деталь здесь просто очень дорогая. «Черная пантера», соблазняйте всех. Соблазняйте всех и каждого. Но прежде всего, конечно же, приятно смотреть в этом костюме на себя в зеркало. В этом костюме вы можете отправиться в поездку, выйти вечером на прогулку, да даже в специальный случай, например, на танцы в парк культуры. Почему бы нет? Покрасоваться в этом костюме перед своими соседками, перед своими подругами, отправиться на посиделки в кафе, с мужем прогуляться. Да много ли? Можно придумать массу поводов надеть и выгулять костюм «Черная пантера». Мы говорим костюм, потому что все-таки одни брюки или куртка по отдельности, вы можете их сегодня заказать, но выгоднее сегодня брать именно костюмом. Итак, берите, кстати, размерный ряд у нас достаточно широкий, поэтому можете заказать и для внучек, и для дочек, и для себя. Берите, берите, берите. Позвоните сейчас своей подружке, может, ей тоже захочется приобрести «Черную пантеру». Очень, кстати, на звонок, алло, здравствуйте, может, ваша подружка как раз сейчас и звонит и опередит вас заказом. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Надежда. Надежда! Две Надежды, я загадываю желание. Скажите, какой у вас вопрос, Надежда? У меня не вопрос, у меня, знаете, благодарность. Я вот покупала себе весной костюм «Пантера», да, «Черная пантера», куртку и брюки. Да. Мне очень понравился, всем моим знакомым понравился. И уютный, и мягкий, и комфортно, то есть супер. Вот хотела бы благодарность вам выделить. Спасибо, очень приятно. То есть этот костюм у нас уже завоевал своих постоянных поклонников. Вот Надежда с нами делится впечатлениями, но это новая партия. Надежда, спасибо вам большое за такой отзыв. Да, и еще вот сегодня, сейчас вот еще дочь придет, тоже будет делать заказ, станет вашим клиентом, сделает себе такой же костюм. Я вас сейчас вдвойне обрадую, ведь сегодня этот костюм у нас со скидкой. Во-вторых, это бесплатная доставка. А скажите, пожалуйста, все-таки это велюр, как вы ухаживаете за своим костюмом? Стирка, ручная стирка. Ставлю на ручную стирку и все. Отлично. То есть машинки все современные. Оля обладает сейчас режимом ручная стирка. Надежда, спасибо за отзыв. Мы вас любим, мы для вас стараемся. И нам очень приятно, мы когда вы звоните. Мы вас тоже любим, смотрим и будем смотреть. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам большое за ваши теплые слова. Нам так часто не хватает ваших теплых слов, ваших отзывов. Всего вам доброго. Спасибо за звонок. Звоните нам еще. Ну а мы продолжаем. Телеканал Shop and Show. И я бы хотела заметить, что если вы заказываете целый костюм, то вы экономите еще более глобально. Готовая целая пантера, которую сейчас смотрю, Лали. Черная пантера — это выбор каждой телезрительницы, кто хочет себя видеть эффектно,
кто хочет удобный костюм, но при этом яркий. Я бы даже сказала, вечерний. Из велюра, гипюра, стразы. Здесь есть все. Вот, кстати, вот давай расскажем, с какой обуви будем носить этот костюм. Я предпочитаю с высоким каблуком, а Лали без платформы. А с кроссовками? Можно надеть обычные белые кроссовки, они будут смотреться уместно. Все-таки это костюм, это брюки и кофты, которые вы можете носить из спортивной обуви. Вот подойди к нам и посмотрим, как смотрится с каблуком, как смотрится с плоской подошвой, в расстегнутом, застегнутом состоянии. В общем, этот костюм вас украсит в любом случае.